1 апреля во Дворце спорта имени Гамида Гамидова прошли соревнования по акробатике среди юношей, проводимые в рамках определения разрядных требований. Турниры прививают дух победителя, накапливают опыт выступлений, что дает положительный результат. Каждый мальчишка, перешагнувший порог спортивной школы, становится для наставника самым важным воспитанником, передавая свое умение и мастерство. Именно на турнирах выявляются таланты, которые в дальнейшем прославляют город, республику и страну, отмечают тренера. Соревнования проводятся через каждые полгода. В первенстве приняли участие более 35 юношей из спортивной школы Хасавюр, который подготавливал тренер по акробатике Басыр Закаряев. По его словам, общее количество тренирующихся в зале более 150 спортсменов. А на выступлении выбирают, у кого высшие показатели по разрядным требованиям. Соревнования посвящены для определения разрядных требований занимающихся акробатикой. Выступает три группы. Каждая группа — третий юношеский разряд, второй юношеский разряд, первый юношеский разряд. Ранее на первенствах принимали участие юные спортсмены из Хасавюрта, Кизилюрта и Стальского района. Соревнования проходили на республиканском уровне. На сегодняшний день занятия по данному виду спорта с юношами проводятся только в Хасавюрте. И в связи с этим участие на данном состязании приняли только воспитанники спортшкол города. Оказать моральную поддержку юным спортсменам пришли родители и друзья. По завершению конкурса победители и призеры были награждены памятными кубками, грамотами и медалями. Бика Сулейманова, Расул Гаджиев. Информационная программа «Пульс».